Всем добра, привет, на связи Владимир Калаев, это мой проект Азбука интернет-маркетинга для предпринимателей. Сегодня мы будем говорить об такой интересной науке, которая называется айдентика. А как вы знаете и наверняка где-то интуитивно понимали и чувствовали, что те продукты, те услуги, те товары, которые мы продаем через интернет, в первую очередь человек покупает своими глазами, то есть он видит вашу страничку. Если ему она нравится, если он чувствует, что это про него, это то, что он хотел увидеть, и он здесь найдет решение своих проблем, тогда он продолжает читать, изучает уже более подробно и затем покупает ваш продукт. Однако, в первую очередь, человек смотрит визуально, то есть воспринимает ту картинку, тот посыл, который вы хотите до него донести. Поэтому очень важно то, что человек, во-первых, увидит на первом экране вашего сайта, какой посыл он там увидит, а во-вторых, как это будет оформлено и как это будет выглядеть. Сегодня я покажу вам один очень классный сайт, поделюсь с вами буквально таким секретом из-под полы. Этот сайт, где вы можете найти большое количество разных шрифтов и картинок и выбрать себе тот, который будет подходить именно вам, именно для вашего бизнеса, именно вот для того сообщения, которое вы несете вашим клиентам. Вот этот сайт, давайте посмотрим, здесь большущее, огромнейшее количество разных принтов, вот разных шрифтов, начиная от прописного и заканчивая просто с разными вариантами Times New Roman. Этот сайт вы можете найти под этим видео, да, чтобы самостоятельно его изучить. Но сейчас давайте зайдем, вот выберем, допустим, мне понравился вот этот шрифт. Видим, здесь можно его купить. Вот так он выглядит. Да, можно посмотреть, что, как, какие дополнительно, может быть, иконки можно будет купить, да, к этому шрифту, для того, чтобы оформлять в этом стиле полностью ваш сайт, ваши презентации и все ваши маркетинг-киты и так далее, и так далее. То есть вот здесь все это очень красиво оформлено. Соответственно, для того, чтобы это купить, добавляете в карту, в корзину и оплачиваете те шрифты, которые вам понравились. Также здесь можно все вот посмотреть. Да, все про этот шрифт досконально изучить. Вот очень рекомендую, обязательно фишка сегодняшнего видео, хотя бы вкратце посмотреть, что такое айдентика, да, как это работает. Обратите внимание на то, какой посыл вы даете людям, да, как вы, что там внутри, какое сообщение вы хотите донести. И используйте классные, интересные и, самое главное, читаемые шрифты, здесь важно не заиграться. С вами был Владимир Калаев. Хорошего дня. Азбука интернет-маркетинга для предпринимателей. Пока-пока.